Первая говорящая чихуахуа София. Привет, дорогие мои друзья! С вами снова я, говорящая чихуахуа Софи. Так давно я не делала видео, аж отвыкла совсем. После Нового года столько появилось проектов у моей хозяйки, что совсем нам не до видео. Но надеюсь, мы снова войдем в режим и будем делать видео чаще. Ну что ж, на дворе уже март, скоро весна, и поэтому сегодня речь пойдет о таких паразитах, как блохи. Блохи – это отряд кровососущих насекомых, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных. Мерзкие создания. Итак, поехали! Начну с нескольких пунктов. Первое. Есть такое мнение, что на здоровой собаке блохи не живут. Второе. Если есть блохи, есть и глисты. И третье. С апреля по ноябрь в России требуется защита от клещей, и это автоматически защита от блох. Значит, непосредственно остальные 4 месяца можно защищаться по необходимости от блох, если есть угроза. Потому что если собака сидит дома, ухоженная и здорова, то у нее вряд ли будут блохи. Как обнаружить? Если собака чешется и ведет себя так, как будто ее кто-то кусает, есть смысл поискать блох. Но если их мало и шерсть длинная, то их можно не обнаружить, так как они очень быстрые. Подцепить блох можно на прогулке от кого-нибудь, или если собак дома много и они постоянно гуляют на улице. Чаще всего наличие блох, как я сказала раньше, говорит и о наличии гельминтов, глистов. О том, как с ними бороться, я сделаю отдельное видео. Блохи, клещи и даже комары также являются переносчиками и возбудителями ряда серьезных заболеваний для животных, многие из которых передаются человеку. Блохи могут вызывать аллергию у собаки, а некоторые из них еще и переносят яйца гельминтов, опасны для вашего животного. Клещи являются переносчиками и возбудителями тяжелых заболеваний, например, пироплазмоза. Необходимость профилактической обработки от блох и клещей не вызывает сомнений. А теперь о том, как же бороться с ними. Основными средствами обработки являются ошейники против паразитов, капли на холку и спрей. Ошейники представляют собой ленту, в порах которой содержится действующее вещество. При ношении ошейника оно постепенно выделяется, распределяясь по поверхности кожи и шерсти животного. Ошейники нужно носить постоянно, они должны плотно прилегать к коже животного, только так действующее вещество начнет работать. Разные ошейники имеют разные сроки действия. Срок действия конкретного ошейника можно узнать из инструкции к нему. До начала использования ошейник должен храниться в упаковке, а сразу после упаковки быть надет на собаку, но ни в коем случае не лежать неиспользованным. Минимальная длина ошейника 35 см, но если окружность шеи собаки меньше, можно укоротить его до необходимого размера. Клещи же против блох и клещей имеют свои особенности, их срок действия меньше, чем у капель и ошейников. Принцип действия – создание защитного слоя на поверхности тела. Жидкость из спрея должна распределяться по коже и шерсти равномерно. Обработку надо производить против шерсти, хорошо рассредотачивая рукой в перчатке нанесенный препарат. Я же предпочитаю капли на холку. Они также бывают от разных производителей, как ошейники и спрей. Капли наносят пипеткой на кожу в область холки. Если объем пипетки превышает 2 мл, не наносите препарат в одно и то же место. Распределите равномерно на несколько точек по всей длине позвоночника. Защитное действие капель начнется не ранее, чем через 24 часа после обработки, а полное всасывание действующего вещества не ранее, чем через 12 часов после обработки. Животных не моют ни до, ни после обработки в течение 3 дней, и в это же время желательно не гулять с ними, если на улице идет дождь или влажность воздуха повышена. Также не рекомендуется гладить их в месте нанесения препарата. Обработка от клещей, а значит и от блох одновременно, лучше начинать с потепления. Обычно это апрель. Весенние обработки стоит проводить раз в месяц, продолжать все лето и прекращать с наступлением морозов. Чтобы обработка была эффективной, какой бы препарат вы ни использовали, обязательно соблюдайте инструкцию к нему. В случае возникновения аллергической реакции на один из видов защиты, лучше поменять способ. Ну что ж, спасибо вам за внимание, любите своих малышей, берегите и заботьтесь о них, и тогда все будут здоровы. С вами была первая говорящая чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока! А у меня и не было блох никогда. Благодаря чему, интересно? Потому что они на умных не живут. А, ну да, это да, Иван.